берегите любовь, ведь никто и ничто без нее не живет и не дышит, без нее и душа, слово Бога Творца, огрубевшим от плоти, не слышит. Берегите любовь, для нее нет преград, только грех ее в нас убивает, без нее и душа, как прекрасный цветок, без дождя в знойный день погибает. Берегите любовь, дар небесный Отца, нам творением Его земнородным, без нее невозможно ни душу спасти, ни Творцу стать всей жизни угодным. Берегите любовь, больше жизни своей, лишь она вам укажет дорогу, и в беде, и в нужде, в ясный день и во тьме, и друг другу, и к вечному Богу. Берегите любовь. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Андрей Курасин и Ирина Извекова, гости из Риги. Это у нас вторая передача с ними. Хотелось бы вас спросить, почему вы начали с этой темы. Вы, наверное, думали, да? Почему вы вообще вот в программу свою сегодняшнюю вот эту песню вставили? У нас много песен о любви, потому что именно в том смысле, что любовь, вообще Бог есть любовь. И это самое, наверное, высокое в людях чувство, которое очень украшает человека. Оно делает его святым. Поэтому вы призываете, да? А чьи это стихи? Эта песня пел архидиакон Роман, может быть, помните? Есть такой диск, вот один из первых как-то православных песен, когда «Иеромонаха Романа» диск вышел, диски вышли, да, или кассеты, я уже не помню. Кассеты, и «Архидиакон Роман» тоже вот. Ну, у нас просто... Талберг. Мы не слышали этой песни, мы потом ее услышали. Но сначала мы увидели слова опять, и они нас тронули. И мы свою версию написали. Дело в том, что батюшки исполняют эту песню, да? Да. Мы слушали на диске батюшки. Вот архидиакон Роман. Да, не исполняет. Но вот Ирина немножко... Мелодия другая. Мне она больше нравится, честно говоря. Да. Там она немножко похожа, но все-таки более пронзительно звучит. Так мы будем говорить о любви сейчас дальше. О чем вы говорите? Ну, любовь начинается, наверное, с семьи. Семья. Вот, да. Конечно, она начинается с рождения ребенка. А вот расскажите, как вы все-таки там живете? Вот православная община ваша. А вы там при храме, при каком-то? Как происходит ваша жизнь? Понятно, знаете, что семья – это малая церковь, а вот вы сами ходите, в какой храм поблизости есть у вас? Храм-то? Да, мы уже много лет прихожане храма Усекновения главы Иоанна Предтечи. Угу. Вот. Сейчас я пою за клиросом, уже 15 лет. И сейчас еще в кафедральном соборе Рождества Христова. У нас очень красивый собор. Вот вы приедете к нам, увидите. И у нас очень сильный заступник – священномученик Иоанн Рижский. Да, это мощи его, или что? Да, там он мощами покоится. Я была свидетелем в монастыре, как раз находилась, когда приехала матушка игумения, она рассказывала, когда было освидетельствование мощей, руководитель комиссии был очень удивлен, говорит, я таких страданий еще не видел вообще. И 70 лет мощи пролежали под спудом. А не истлели даже бинтики, которыми были перебинтованы руки и ноги. Он был распят, как спаситель наш. Господи. И была паяльной лампой сожжена борода, руки, ноги сожженные, конечности. И пытались. Отломлены были. Господи, да, и был застрелен тремя пулями, да, и вот такая тяжкая смерть. Но вот хотел именно его личность упомянуть. Он латыш сам. Угу.
Но, однако, его почитали и в Таганроге он был епископом, и в Пензенской губернии выстоял колоссальный натиск обновленцев, живоцерковцев. В него стреляли, два раза приговаривали к расстрелу. Вообще совершенно уникальный человек. Один из самых молодых архиепископов был. Но в чем его качество? Он никогда не делил людей по национальностям. Он прекрасно латышский знал, немецкий, русский, еще языки, естественно, он в духовной Киевской академии учился. Естественно, он очень был эрудированный человек и в то же время был из крестьянской семьи. И он всегда говорил такие слова, что каждый народ должен учиться на том языке, ну, который ему свойственен. И не надо закрывать школы русские тогда, при Ульманисе тогда, 30-е годы, 34-м году переворот, и начали закрывать школы. Он устоял, что русские и латыши – это единая нация, единый народ, и православие, оно их сближает, и нам нечего делить. Ибо все, вся любовь и братство – это во Христе должно быть, а не в каких-то априориях там, политических, вот, идеологических норм. И очень любил он песню хорошую. Он был депутатом Сайма. Да. Вот он любил, да, депутатом Сайма, политический деятель, но в то же время его друзьями был Жаров. Ну, не артист Жаров, а руководитель казачьего хора русской эмиграции Жаров. И, вот, и певец Собинов. Да, да, и певец другом. Собинов, Леонид, другом его, да, другом. И он очень любил вообще пение, он просто, ну, действительно, он, у него самый лучший хор был архиерейский. Он вот певцов ценил очень сильно, потому что он понимал, что красота службы в церковном пении. Вы ходите в этот храм, да? Мы ходим в храм, усекновение главы, и она предтечи. Вот мы в прошлый раз приезжали в Санкт-Петербург, познакомились с батюшкой протоиереем Николаем Преображенским. Он, оказывается, родился в Риге, а он родственник. Я знаю его, в Казанском соборе вместе служили. Да. А вы знаете, что он внучатый племянник архиепископа Феофана Быстрого, полтавского и переславского, духовника царской семьи? Да, он нам не знал об этом. Не знали, да? Нет. А его сын Георгий, да, протоиерей Георгий, который служит в Ирице. Вот, он как бы семейная традиция. У них, оказывается, дед служил с преподобным Серафимом Ирицким. Мы такие секреты скроем. Да? Отец Николай нас отругает. Да, да, может быть. И самое удивительное, он, наверное, скрывает это. Самое удивительное, что мы его слушаем, он говорит, вот мама мне рассказывала, он говорит, что, ну, человек-то пожилой, что по какой-то вот Малогорной улице. Господи, так мы же там живем. Нам, да? Это по-латышски Мазакална, а это Малогорная. И отец его служил на очень короткое время в храме, в который мы ходим уже 15 лет. Да, усекновение главы Иоанна Предтечи. А по какому поводу? Он родился. Вы-то с ним встречались, по какому поводу? По поводу перезахоронения архиепископа Феофана Быстрого. А где он захоронен? Архиепископ Феофан, к сожалению, покоится на неправославном кладбище в Лимере. Это есть такая деревня во Франции. Хотя он был наместником Александра Невской лавры. Да. Да. И был ректором духовной академии. И, конечно, ну, неофициально, но был духовником царской семьи. Так. Какое-то время. И, да. И что вы, и вы из Риги, как почему так происходит? Это, наверное, по-моему, в Петербурге должно все происходить. Это по воле Божьей, наверное, что-то происходит. Да, да. Да. Знаете, все не просто. Длинная история, конечно. А как вы-то вот прикоснулись этого дела? Мы решили двинуть это дело. В общем, мы решили заняться организацией. И один очень хороший человек сказал, что он поможет финансами. Мы бы сами не решились, конечно. Вот. А мы общественная организация, я имею в виду, да? Лествица. У нас общественная организация. А вы хотите, чтобы его тело захоронили здесь? Вы да, сами не да, останки. Да, да, конечно. Вы знаете, это человек высокой духовной жизни, ученый. Он не только был ректором духовной академии, и его родственники, племянники и внучатые были заслуженными профессорами академии, да. Вот. Но еще хотел этого митрополит Иоанн Снычев, тоже хотел. Спасибо, да, Господи. Дай Бог, может, еще кто-то откликнется, кто-то услышит по этой передаче. Может, какое-то движение будет. Помоги вам, Господь. Очень спасибо. Хотелось бы, да. Я хотел с вами поделиться тоже песней. Я тоже ее буквально недавно написал. У меня умер мой друг, знакомый священник. Там вот в моем поселке выпал свой, есть храм Андрея Первозванного, апостола, вот где мы с матушкой венчались. И я сразу вот недавно ездил туда и вечер памяти организовал. Мы всем приходом из моего храма Василия Великого в Осиной Роще съездили. И написал
песню. Она, может быть, будет сочетаться как раз вот с тем, о чем мы сейчас рассказываем, и дальнейшей нашей передачи. Извините, Васька, внезапно, да? Или внезапно, переболел? За два дня. Спасибо, Господи, покой, Господи. Да. Только добрая память, только светлые сны, а душа улетает до далекой весны. А душа-то живая из земной кутерьмы, нас Господь призывает, что поделаем мы. Как написано в книге, так и будет вовек, на печальную землю тихо падает снег. Здесь посеяно семя, продолжается нить. Брат мой, плакать не время, надо верить и жить. Только добрая память, только светлые сны, только добрая память. Спасибо, Господи. Думал, да. когда же мне ее исполнить? Вот. И она простая, я даже никаких усилий. А вот как душа у меня легла на душу, и стихи легли. Ничего не придумывал. Как есть. Любовь опять же созидает. Да, любовь. Добрая память. Да. Вот эта добрая память, она вот как раз и движет. И я так понял, что и вами тоже движет, да? Потому что человек умер, вот. Он перед Господом. Ему, может быть, уже ничего не нужно. Он там у престола Господня. А наша добрая память, да, во-первых, это пример же, да, для нас. Вот. Вы знаете, мы не просто же... Мы сначала изучили биографию архиепископа Феофана Быстрова. Были очень удивлены вообще, какой высокой духовной жизни человек был. И он был членом Святейшего Синода. Вот, и даже продолжал свою деятельность в Болгарии, потом в Сербии. Mm-hmm. Да, и... Ну, он называет новый затворник Феофан. Он же затвор ушел в Лемере, там три пещерки таких было, и одна у него была келья. И он на два года, кажется, в затвор ушел полностью. И вот второй затворник Феофан. Такой человек был. Феофан новый, да. Помоги ему, Господи. Келейница, слышали, он во сне пел литургию. Во сне пил литургию. Почитайте его жизнеописание. Я написал, думаю, это... Ричард Бетц, да? Бетц. Да. Тоже монах, и это соработник Серафима Роуза. А самое удивительное, что вот, нет, касаясь, отец Герман. Да, отец Герман. Да, касаясь личности Феофана Полтавского, да, Быстрова, мы познакомились с отцом Германом Подмошинским. Кстати, редактором «Русский паломник». Это миссионер Америки. Я знаю, он родился в Риге, оказывается. Я сам с ним знаком. Он родился у нас, в Риге. В Москве знакомился с ним. Представляете? Батюшка, вот он родился в Риге. Николай родился в Риге. Представляете? Ничего просто так не бывает. Рига не просто так где-то на отшибе. Рига с Питером навек. Это первая царица Екатерина, Господи, у нас. Рига далека, Рига рядом. Да. Да. Новая песня. Вообще Рига выкуплена на вечные времена за 300 золотых. Нет, 3 миллиона. На 3 миллиона. Петр выкупил, это, в принципе, Петр выкупил по Ништадтскому договору. Да. Да? Ну, у нас там есть один такой странный человек, но все странные люди, они всегда двигают историю. Разумовский, он было дело, вообще ходил с распарантом, что Ништадтский договор никто не отменял. Но его там спецслужбы там попрессовали, но он так успокоился. Но в целом он говорит, что никакой отмены нету, все, он также в силе. Ну ладно, хорошо. Тогда мы опять вернемся к песням нашим. Вы так хорошо поете, душевно. Передача у нас музыкальная, значит, информационная часть. Давайте попоем. Вот мне хотелось бы, чтобы... Ну, можно мне изъявить желание? Дело в том, что мы частенько, ну, с детьми, конечно,
с другими детьми, к матушкам приглашаю. Ну, матушки приглашают Спасо-Преображенскую пустыню. Тоже известное очень место, но она больше известна москвичам. Как питерцы как-то меньше. А вот в советское время там такой был отец архимандрит Таврион Батовский. И к нему из Москвы очень-очень много людей. Паломничество было. И вот матушки приглашают в эту пустыньку на рождественский концерт и просят Ирину спеть песню. Знаете, какую? Не духовную. Матушки и так все время молятся. Им хочется как-то... Те же люди. Не сто человеческое ничего. Иволга называется. Это тоже. Она, вы знаете... Матушки, спой Иволгу. Мы же с вами познакомились здесь, в Александро-Невской лавре, на фестивале. Да, да. Вот. И это... Потом мы сидели с вами вместе несколько часов, делились песнями. Вот эта песня мне запала. Вот. Я до сих пор сам ее много напевал. Она ложится прямо на сердце, на мелодию, на душу. И... Ну, она солнечная такая, она летняя песня. Сможешь? Ну, конечно. Хотела Иволгу поймать, хотела Иволгу поймать, да трудно на гору бежать. Хотела Иволгу поймать, да трудно на гору бежать. А как не трудно ты сумей, а как не трудно ты сумей. И будет и Волга твоей, а как не трудно ты сумей, и будет и Волга твоей. Березам сосен не догнать, березам сосен не догнать, да только нам их не равнять, березам сосен не догнать. Да только нам их не равнять. Хотела Иволгу поймать, хотела Иволгу поймать, да трудно на гору бежать, хотела Иволгу поймать. Хотела Иволгу поймать, хотела Иволгу поймать, хотела Иволгу поймать. Спаси Господи. Да. Першит в горле. Да. Вот. И вокалист там у меня есть. Ну, не решилась я его. Не решились. Да. Чтобы не испортить, да. Да, потому что. После такой дороги тяжелой. А дети ваши внизу тут сидят, да? В студии. Да. Вот. Они счастливы уже тем, что они приехали в Санкт-Петербург. И мечтают попасть в Эрмитаж, на Дворцовую площадь. Да. Да. В Русский музей. Спас на крови посмотреть. Это они все знают, ну, с картинок. Да, но не видели же по-настоящему. Вот в лавре не бывали тоже. Первый раз. Здорово. А дети поют у вас, да? Дети поют, да. У нас... Хор. Наши дети, они отдельно поют. Наши семейные дети. И играют. Вот Маша по классу скрипки заканчивает в этом году музыкальную школу. А Егор закончил уже по классу гитары классической. Вот. Так что они у нас тоже. Ладно. Спойте еще что-нибудь. Хочется как можно больше о вашем песенном творчестве поговорить. Там-то вы выступаете. Да. Там есть русскоязычная публика, да? В Риге же большинство русских живет. Понимают русский язык, да? Большинство русских. Mm-hmm. Там где-то в процентном отношении, наверное, больше, чем латышей, да? Наверное, да, потому что сейчас латыши-то все граждане почти, они уезжают. Да, я не буду там спрашивать, там, как вы себя чувствуете, притесняют вас, не притесняют? Никто нас не притесняет. Все это больше нагнетается, конечно. Да. Ну, язык учить надо, как везде в Евросоюзе, в любой стране. Да, хотя, конечно,
надо учиться на родном языке. Приходите, надо на да. латышском языке говорить. Не, ну можешь говорить нет. по-русски, но отвечают частенько на латышском. Понятно. Сейчас молодежь, к сожалению, да, вот именно латыши, они, к сожалению, не знают уже русского языка очень многие. И что вкратце опасно, практически вот познакомились с православным латышом, молодым человеком, он рассказал, что он доучился до 11 класса, они вообще никакого произведения русского классика вообще не изучали. Я говорю, как? Никого? Никого. Ну, я думаю, ну не может быть. Ну Чехов хотя бы. Хотя бы. Нет. Ну только в 11 классе или 12 немножко. А что же вы учите? Так у них 12 классов? Да, 12. У нас тоже 12, да, сейчас? У нас 12. В Риге 12. 12, да. У нас датская система. Давайте попоем. Да. Давайте, да. Да. Ну хорошо. На обочине дороги спал. Я могу немножко... Да ничего, с дороги-то. Я пошел поглядеть, как люди живут. Что-то жизнь нашу больно талают. Хорошо живут, с Редькой хлеб жуют. Хлеб жуют, да водой запивают. А еще картошка на всякий день. Дуют чай не пустой, а сладкий. А тряпья в шкафу шестерых-то одень. Вот одним словом, всего-то в достатке. Но от жизни сытой и сладкой такой ум дичает всего и умало. Захотелось мне, братцы, по жизни иной, чтоб душа зазря не пропала. Знаешь, жизни какой захотелось мне вдруг, жизни жалостной, человечей, чтоб медведь приходил и ел из рук. Соловей, чтоб садился на плечи. Захотелось прожить свою жизнь по любви, чтобы дети убитую птицу принесли и просили: оживи. У тебя-то должно получиться. Жизнь пугает меня и тюрьмой, и с умой. Обступает и ревет океаном. Святый ангел и Божий хранителю мой, моли Бога о мне, о коянном. Жизнь пугает меня и тюрьмой, и с умой. Обступает и ревет океаном. Святый ангел и Божий хранителю мой, моли Бога о мне, о коянном. Спасибо, Господи. Такая шуточная немножко песня. Да, в каждой шутке есть правда. Ну, действительно, ум дичает от сытой и сладкой. Даже от редьки с хлебом и тот дичает. Вот, сейчас у нас программа завершается. Хотелось бы еще слушать ваши песни. Есть какая-то песня, вот, завершение, с которой можно было попрощаться? Они какие-то все лирические. Ну, лирическую надо, лирическую, да. Так. Чтобы задуматься. И... Минута осталась. В принципе, «Родник» есть, но «Родник»-то это известная песня. Ну, в нашем. Ну, сможешь спеть? А какой «Родник»? Ромнаха Романа. Давайте. Можно его? Конечно. Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником
старое, этот забытый край. Русь нам оставила, если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза. Можешь поплакать, спокойно поплакать. Кто разберет, где вода, где слеза? Можешь поплакать, спокойно поплакать. Кто разберет, где вода, где слеза? За растаял их крик. А если ты болен, прикован в постели, пусть тебе снится целебный родник. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. Дорогие мои, наша передача подошла к концу. С нами были Андрей Курасин и Ирина Извекова, город Рига. Долгожданные наши гости. Спасибо. Спасибо, спасибо Господи. Спасибо. Боже всем благословения, ангела-хранителя на ваших жизненных путях.